Наводнение вслед за пожаром. В доме 5 по Крамскому проезду случилось сразу две беды. 10 мая там тушили огонь, а через два дня хозяйка пострадавшего дома обратила внимание на появившуюся во дворе воду. Глянула, тут воды очень много. Я говорю, дочь, не пойму, откуда такой поток воды? Неужто тушили? Она говорит, я вчера тебе сказала, льется. Я говорю, ну я думала, когда дом тушили, собралась вода под этими опилками. Как оказалось, вода пришла из трубы, которую прорвало у соседей. Те узнали об аварии, но только когда из-под земли забил фонтан. Вы звонили куда? Диспетчерский водоканал. Водоканал? Да. Поехали туда, сказали, переезжайте, пишите заявление с паспорта. Они приехали сюда в обед. И кран они нашли здесь, и сверху они не закрывали. Это мы не можем закрывать, потому что как жара, не дай бог пожар случится внизу на базе. Mm-hmm. Это будет очень страшное дело. Мы завтра приедем все, и закроем оттуда сверху, и начнем копать дело. Пропавший кран искали два дня, но так и не нашли. В итоге пришлось перекрывать воду на всей улице. Другого выхода не было. Вы искали, вот, не нашли ничего. Ну нету крана, нету. Резко неизвестно. Она по схемам не обозначена, что этот дом запитан под водой. Нет, такого нет ничего. Возможно, что незаконно было проведено когда-то. А пока суть до дела, Ирина Лебедева вынуждена искать спецтехнику для откачки воды, которой натекло полный подвал. В этом канале обещали помочь решить проблему завтра.